Кто облажался, да? Кстати, вы знаете, что у Феди будет испытание. К нам приезжает Ричард Гальяно. Маэстро Гальяно приезжает. И Федя Федорук. Это кореш Гальяно. Мы сделаем это, Федя, не парься. Так все будет хорошо. Ну мы продолжим веселиться или давайте уже дискотеку сделаем? Веселимся, окей? Следующая песня называется «Эй! Уберите с нами кирпич, перейди мотор москвич, от меня избранницу увозит этот бой, он не без ног. Эй! Сяду на коне. Танцуют все!
уже очень устал. У меня был тяжелый день. Пожалуйста, послушайте старого Лепреконца. Вы знаете, у нас группа... Почему вот мы Лепреконцы? Ведь, вот, казалось бы, да, можно как бы вынимать бабло то же самое, а есть группа Лепреконцы. Это коллектив, бля! Это группа! Хорошо, хорошо, я отыграюсь. Я могу вам сказать одно, что если вы будете улыбаться мне навстречу, я вам подарю счастье, честное слово. И мне бы очень хотелось, чтобы, ну реально, но ну, если кто-то хочет отпиздить друг друга, ну как свадьба без драки, правильно? Поэтому, короче, вы делитесь пока, а мы продолжаем программу. Называется песня «Мое». Я хочу приветствовать сегодня здесь Сергея Викторовича, братка, давай привет. Он, конечно, он не может танцевать, потому что забыл чешки дома, вот. А так он танцор хороший уже. И ему ничего не мешает. Ну, в хорошем смысле слова. Нет, родной, ни в чем отказа, все тебе, все для тебя. А жалел бы ты не купил цвет розовой маме, а ты солнце как нарочно мой берешь, а там обилья. Вася, мы для тебя специально сняли песню, что ты думаешь?
нормальных тусочек. Когда я был молод, я с Октаном еще мы рисовались, мы говорим, Вася, а есть мясо для Кузи? Ну, там молодая девочка, он говорит, конечно, твой гаражик на четвертый сложен. Go twist and dance. Очень любит.